Узнать все об атомной энергетике и ядерных технологиях теперь можно в столичном дворце школьников. Компания «Казатомпром» совместно с «Росатомом» открыла здесь уникальный информационный центр. Первое подобное учреждение появилось еще в 2008 году в Томске, а сегодня такие центры работают уже в 6 странах. В одной только Российской Федерации их 18. Новый центр в Астане прежде всего предназначен для подрастающего поколения, и уникальным его делают инновационные технологии. Это и кинотеатр, сочетающий панорамную 3D-проекцию, компьютерную графику и анимацию, мультимедийные обучающие программы на казахском и русском языках, а также интерактивные макеты атомных станций. И, по словам специалистов «Росатома», во всех городах, где появились подобные центры, число студентов-физиков-ядерщиков увеличилось в несколько раз. Самые современные методики обучения, наглядная информация, всевозможные проспекты. Мы очень надеемся, что этот центр послужит и даст возможность нашим детям приобрести очень быстро и очень глубокие профессиональные знания в области ядерных технологий, их использования для развития экономики в мирных ядерных целях.